Ветеран Второй мировой британский летчик Колин Белл готовится установить рекорд. 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового здания Королевской лондонской больницы. На него надевают снаряжение, чтобы он спустился вниз по веревке ради благотворительности. Стоять долго ему уже сложно, поэтому ждет сидя. Вы уже волнуетесь? Нет, меня так легко не напугать. И вот начинается спуск. Внизу собралось много зрителей, которые подбадривают бывшего летчика. Колин Белл собирает деньги для трех благотворительных организаций – Королевского колледжа медсестер, благотворительного фонда королевских ВВС и Лондонской воздушной скорой помощи. В прошлом месяце ветеран начал кампанию по сбору средств с 9-километровой прогулки по важным местам его военной службы в Кембридже. Я бы заплатил 100 фунтов, чтобы постоять здесь и посмотреть на вид.